играет с командой New Game Zone. И предыдущая игра, кстати говоря, была как-то не очень, скажем так, по таким моментам, командам, замесам и прочим факторам. Сразу же отправляется Пугна. Я думаю, следующий бан будет Лича от команды. Нет, Лич будет забанен команда New Game Zone. Но здесь, я думаю, думать долго не станут. Или все-таки задумаются теперь. Может быть... Да, бан Клокверка. Что-то подряд уже идут такие игры с банами Клокверков. Интересные. Почему-то здесь вижу сейчас аватарку у игрока Sorry You Die Эклипса. Возможно ли это Луна в пике? Ну, почему-то я сомневаюсь, что... Глупо, конечно, догадка, но тем не менее. Смотря фактом. Бан второй должен сейчас залетать от команды New Game Zone, и это, возможно, Титан, Dark Seer. Да, это Титан. И проходим к пикам. В этот раз у команды New Game Zone будет два пика, и Dark Passage все забирает у Виномансера, который после нового обновления стал похож на Зерга из Старкрафта. Хотя и раньше он был на него похож, но сейчас вообще... Так, его искривили. Кристал Мейден и Абадон. Вот таком мы забыли, так это Абадоне. Тот самый герой, тот самый суппорт, который, кстати говоря, по-моему, либо для него просто еще вот эти вот не придумали штуковинки, либо Дота не считает его за суппорта. Хотя, я думаю, должно ее мне не поменяться о нем. И добавятся новые эти иконки. Ну, теперь Dark Passage задумались над своим пиком. Ну, в принципе, ЦМ-ка в прошлой игре не была проблемой. И теперь проблемой стал только Абадон. Ну, хотя это только второй пик, и Вивера решает себе забрать. Того мерзкого Вивера. И банят Пака сразу же. Ух уж этот Вивер. Вайпер в ответ бан. И бана Dark Passage. Интересно, а почему бы... Видимо, они банят по какой-то странной технологии. То есть, команда New Game Zone баны понятны. То есть, это Лич. Это его чайник. Читерский Титан здесь. Что он может стоять на любом лайне. Своим астралом. Ну, астралом своей иллюзией. И вайпер, потому что у него вообще первая билка без КД. Как бы будет травить жизнь только так. Ну и Деворьер, опять же, понятный бан. В то время как там, ну, Клокверк, но... Многие, наверное, подумают, что по такой логике можно сказать, что... Каждый герой, который отправляется в бан, понятно, почему банится. Ой-ой-ой, это профетка здесь же забирают. С командой Game Zone и... Это вот будет геморрой, честно говоря. Ну, такое чувство, что Dark Passage хотели себе ее взять. Это, видимо, ответ на Виномансера. Блин, в последнее время, если посмотреть, кстати, Dota так капитально поменялась, особенно. С патчами своими, то есть модельки. Там еще который глобальный был патч по версии игры. Теперь пудж с даггером. В пабе на самом деле бесполезный пудж с даггером, но про игроки знают, как и сумеют им пользоваться, то делают грязь. В другом принципе не назовешь.
И теперь остается последние два пика. По одному на каждого и потом два бана. Сейчас, конечно, могут взять себе профета добавок. Но я думаю, все-таки он будет здесь лишний. Потому что эта профетка и одна тут стоя за 5 метров от Таура может его снести. Ай-яй-яй, здесь же Рубик. Вот это будет интересно. Экзорцизм на экзорцизм. То есть, главное ему вовремя забрать экзорцизм и все. Ну и Баунти Хантер против Вивера. Такой тоже сомнительная штука, потому что есть же вроде таймлапс, и обычно, по-моему, Дума берут против Вивера. Несмотря на его линку, он может его просто сбить ее своей билкой, которая давит, и сверху кинуть Дум. Ну, теперь тут точно не появится какой-нибудь еще один инвизер или какой-нибудь профит. Так что остается игрок, кстати, для РНТ, но правда РНТ может стоять на Вивере. Может быть это трипла в хард, может быть трипла в изи, хотя с Вивером, я думаю, можно было бы и хард постоять. По сути, несмотря на щиток Абадона, яд Виномансера его просто будет пробивать весь. Но тем не менее, это такое. Теперь вот думают, что же теперь делать. Теперь там есть БХ. И нужно ставить кого-то на мид. Вообще, профетка это, не знаю, по-моему. Я бы ей вообще первый бан отдавал. Ей и лечу. Ага, то есть решает Магнусом все это собрать. Будет ли сверху? Нет, ну, Тимбера нету. Было бы неплохо увидеть Энигму. И алхимиком ластбаном. Блин, то алхимик на самом деле самый, наверное, читерский керри, просто который. Который просто может сделать игру, дай ему расфармиться. Ну, причем время на фарм у него уделяется намного меньше, нежели у остальных керри, потому что ему нафармить намного легче многие артефакты, нежели тому же с каким-то Властелером, Луном и Антимагом. Хотя Антимагу купить БФ и фарм у него намного быстрее идет. Я думаю, что он сбалансирован против алхимика фармит, потому что вот это вот БФ, там ПТ и считаю, он может спокойно идти в лес там, стоять, прыгая от одного спауна к другому. При этом там, ну, придется, наверное, попотеть немного с суппортом, то есть делает вот на эншотах, чтобы он потом там зафармил их. И думаю, нетворцы будут вполне одинаковые с алхимиком. Но алхимик, опять же, это еще и мидас, и просто туча денег будет сыпаться там алхимику, нежели антимагу. Что здесь что-то сложно. И, господи, ну интересно, кстати, как там дела обстоят в группе? Как раз у нас была сыграна прошлая игра у этой команды. Проиграли они команде БСЕ. Кстати говоря, это Black Sun Empire, которые на прошлой неделе отказались играть с командой Dark Passage. Возможно, им было просто лень. И они гарантированно уже проходили дальше. Но сейчас, я думаю, если они попадутся с Dark Passage, а попадутся они у нас в четвертой игре, по итогам предыдущих трех,
Думаю, они сделают выводы, стоит ли им играть. Хотя кому-то на интерес, а кому-то большего не хочется себе забирать. Три победы и все. А кто-то здесь потеет до последнего. Но тем не менее, Мирана появляется у New Game Zone. И вот здесь вот, да. Здесь вот ситуация такая неприятная становится. Это Bounty Hunter, это Миранда, Профет, Кие, Бадон. Кристалка почему-то... Индийский, наверное, слабый суппорт здесь, но... Слабый относительно своего количества, наверное, ХП. Нет, это Профит! Интересно все-таки здесь Вивер в ответ БХ, и тут тена профи, профит. Так вот у нас получилось. И теперь пока игроки разбирают героев. Точнее, остался там один Рубик. Команда New Game Zone. Нэнси играет на Crystal Main, на Бадонне квадратное уравнение. На Death Prophet играет Хаттабыч. Сори, Юда играет на Bounty Hunter, и на Миране играет September. Ну, тут РНТ, понятно, на Профете играет, Некромен на Магнусе. Классенко играет на Вивере. На Рубик играет Дейволкер. И Ламп играет на Виномансере. Что у нас? Господи, как же обалденная эта кура. Бадон у нас, я так понимаю, да. С Морталовской. И сундучка Интернешнала. Профетка здесь будет стоять мид, Bounty Hunter, соло изи и триплу хотят отправлять в хард. Так сильно уверена команда НГЗ в себе. Ну вот эта трипла будет интересная. Здесь Профит, естественно, будет стоять хард против Bounty Hunter. Вот посмотрим, как будет все-таки из данной ситуации здесь выходить Профит, потому что... Стоять ему против БХ, я думаю, будет не столь сложно. Не столь сложно, не столь легко. И моментально забирает здесь 17 голды. Профит не решил отводить здесь этого пенька. Отсюда. И, кстати говоря, почему... А, вот почему нашел. Хотел пожаловаться на команду НГЗ, что не стоит без вардов. БХ зачем-то сразу же зашел здесь в инвизе. Возможно, это чекнут лайн. РНТ видит, что БХ нету и... Ну, БХ щиток, поэтому он... Мало здесь просест. А РНТ будет проблема на этом лайне. Вивер здесь... не знаю зачем, это Бадон пытался к нему подойти, но... Вивер пока оставили одного, потому что здесь... Ага, это будет лесной виномансер. Вот почему. И Рубик с Вивером будет стоять. Вдвоем против триплы. Вот такой вот дерзкий ход показывает команда Dark Passage сейчас. На самом деле, интересная версия лесного иномансера. Хотя, варды-то 20 маны. Что здесь? Париться-то это фактически как и фура с трентами в лесу. На отвод сюда приходит триплайта. Ну, здесь как? Вивер 3 крипа, а у Мирана 5. 4 на 5 уже. В принципе, неплохо будет идти здесь фарму Вивера, то есть ему фактически ничего мешать не будет. У него просто поймать нечем.
Хотя есть, в принципе, Frostbite, который как раз-таки первый был вкачан, но Нэнси... Магнус показывает, что ты дабла вниз, что ли, переходил, потому что там РНТ потеет, и у него не остается маны просто. Сейчас крит, и будет тыкать этого профета. Нет, не будет. Потому что РНТ рядом. И там будет сложно стоять. Против одного этого профита с толпой. Вот интересно, кстати говоря, что у профетки 14 крипов. На первом этом, ну, без ботла у нас, видимо, профетка будет. То есть трудно контролить, придется только Магнусу. Который тоже себе покупает бати. А, ну у него уже есть ботл. Кстати говоря, здесь по таврам собрали этого несчастного вивера. У меня вопрос был бы как. Возможно, это была эру. Она вкачана уже. Я все-таки думаю, да, попался там вивер на эру. По-другому здесь быть не могло. Тут эру, фростбайт и все. Ну теперь вот перевернулось все. Немножко в пользу команды НГЗ. Ну, First Blood это не главное, но самый запоминающийся. Кто его отдает или забирает. Ну, Манцарис же без маны, на самом деле, сидит, и я думаю... Что? Блин, какой же читер от Виномансера? Что ему летит-то? Мультит половина соло ринга без рецепта здесь. Прилетело. И там остается у него буквально 90 монет до этого соло ринга. Мигает, что постоянно на отводах. Будет пытаться ловить этого Рубика. На самом деле, если сейчас будет фростбайт на Вивера, там будет эроу. То есть это гарантированный эру. Гарантированное попадание эру. Мид приходит сюда Рубик, помогать этим Магнусу, потому что Магнус терпит. Прожимает он ДД, есть кивер. Сложно ему сейчас будет здесь, конечно, отстаивать вообще против этой профетки. Поэтому под смоком здесь Рубик есть. Заходит сзади. На хайграунд поднимается. И ждут, пока профетка здесь появится. ДД, потому что половина уже есть. Далеко заходит профетка. Сейчас пойдет еще и кура, лол. Куру нет, надо телекинез. Еще назад, реверс полярить. И был скивер. Под тавр не доходит, но здесь минус. Должен быть, нет, Кайлон пытается засейвить, но шаг по ему добивают. Вот он мог бы на самом деле щиток кинуть, но там, видимо, рейндж маленький слишком этого щитка, нежели у Кайла. Поэтому помог, чем смог. Счет, кстати говоря, 2-1. Там РНТ у нас погиб на боте. Ну, это тот сомнительный пик, и ставить его против Баунти Хантера очень сложно. Теперь сюда Абадон пришел. Нет, все-таки уходит Абадон. Миран продолжает бороться с Вивером. Кстати говоря, по крипам-то Вивер обгоняет сильно Мирану. И Вивер через Мидас будет идти. Интересно. БХ покупает ФСЗ, а у профита там что? Там в миде был гель на профетке. Экзорцизм прижимается, прилетает РНТ, ставятся пруты. Сейчас должен быть скивер. Есть скивер, и шоквейвом добивает. Но тем не менее, этот самый Номансер остается здесь с 50 хп. С 5 больше нечем. Никто тут не пролетит, не добьет. Но он еще и в лес поедет фармиться сейчас. Дофармливать недофармленное. И ФСЗ у профетки появляются. Блин, вот профетка-то вроде перефармливает этого Магнуса, но... Магнус-то ее два раза в миде забрал. Теперь прожимает инвиз. А, но он по трекам висит, так что... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот чуть-чуть буквально не хватило, чтобы забрать этого самого...
Bounty Hunter, кстати, себе сбивает ТП. Сейчас непонятно почему. Сейчас может просто Shockwave к нему прилететь, и если попадет, то 160. Да, как-то гарантированно он его убьет. Кстати говоря, Frostbite был на Рубика. Кристалл Нова, Эро мимо, Стар Шторм. Одна тычка, должен быть минус, не успел, не смог. Хотел, чтобы ему биться. Стикер РНТ прилетает отлично, щиток на Мирану, делает ТП аут отсюда сразу же Профет. Понимает, что он здесь бесполезный. Но на лоу хп стоит Сувир. Хотя с Мидасом уже он. Что интересно. Ай, Стар Шторм-то. Попало, да и дэмэш, по-моему, щитка не влетел. Но тем не менее, этот шикучий был. В целях фарма. Сомнительный. И теперь вся команда НГЗ. Большинство на топе. Здесь бегает Абадон и Баунти Хантер. Здесь бегает, сейчас будет чекать кто-то где. Витон Рубика. Трек. Телекинез на БХ. БХ есть инвиз, может сюда прилететь. Составит центриса, между разу ментальный гель сверху. Еще варды видят они его, и нечем его зацепить. Теряешь полярити будет или нет? Ну видно, видно же его. Должен быть шоквейв. Нет шоквейва, шоквейв в холддауне. На лоу хп здесь уходит этот самый. Господи, сколько здесь вардов. Это просто файт не в пользу команды НГЗ. На 30 хп и убивает. И под арбом 30 хп остается. На мансер не рассчитал сейчас дэмэдж. У нас этот Баунти Хантер и с ДД здесь Профетка пытается пушить мид. Профи сразу улетает к фарму своему на боте. Как же сейчас просто Баунти Хантеру, вернее, Виномансеру повезло. То есть топа 30 дэмэджа не хватило Баунти Хантеру, чтобы его добить. Даже орб его ядом не задавил до конца. А Вивер продолжает фармить. 39 против 30 крипов. В этот раз здесь не такая игра бок о бок на керри, как в прошлой. И тут, видимо, нужно забирать Профетку. Сюда уже идет Виномансер. Нет, он сидит вот сюда. Поставить вард. И вот Магнус хочет залететь сюда в троих. Я думаю, это плохая идея с его стороны. Да, Мрисфилл и Таумираны есть. Так что уйти они всяко смогут. Хотя было бы неплохо. А, хоста есть у Магнуса еще. Все ульта от Мираны. А вот теперь Вивер может попасться. Вивер сейчас может попасться, потому что сейчас будет Фростбайт, Старшторм в центре. Эру мимо, но все равно они его убивают. Radiant's middle tower is under attack. Так, здесь у нас... Почему-то на топе были слышны звуки телекинеза. Непонятно не почему. У Рубика, кстати говоря, ничего не состилено. У него, видимо, только недавно, что его уровень появился, хотя... Как играет Рубик и как медленно текут у него левелы, я думаю, что он не очень-то и недавно был. И сплитпушем сейчас занимаются команды. Пушит Тауэр на боте и в ответку... Ну, до Тауэра они здесь, правда, дойдут намного дольше. Все, они уже все здесь. Глиф прижимает, ставится сентри, фростбайт. Должна быть Эру, попад... Нет, таймлапсом уходит от Эру. Отличная игра от Вивера. Еще пытается стилят сейчас у Баунти Хантера. Трек! Трек стилит у Баунти Хантера. Ничего себе. Вот это поворот. Самое интересное, что он никого не трек... А, нет, он, наверное, Вивера трекал, да. Теперь трек на Миране висит. Магнус мигает, что... Что-то надел... Господи, как далеко Магнус? У Магнуса нет ТП, есть РП, который он прожимает здесь на Деспрофетку. Здесь шоквейв спрей и... Должен быть минус. Радианс ботом тауэр из
это Venomous Gale. Ничего себе. Как называется? И Bounty Hunter здесь ультой. Подбили Профета, но Рубик здесь добил его. Какой же классный этот трек был от Bounty Hunter. Он же его погубил, и РНТ этим временем запушил второй тавр на боте. Про него совсем здесь забыли. Команда НГЗ, занимаясь пушем топа. Ну, по-моему, сейчас больших проблем команды Dark Passage нету. Потому что графики плавные, стабильные, идут в их пользу. То есть здесь по XP у нас за 5000. Ну, как за 5000 здесь уже, наверное. Около 6500 и за 7500 по голде графики уходят. У Магнуса есть Dagger и... Был у него, кстати говоря, он уже... Давненько он его появился, потому что здесь 2.03 у него. Ни разу не умирал, и это сыграло большую пользу. Bounty Hunter заходит сзади, трекает. Здесь ставится варды, вивер летит сюда. Ай-яй-яй, фростбайтит его, пробегает он здесь под вардом, но... Эрроу почему-то... А, потому что здесь не было Мирана, почему не было Эрроу. РНТ у нас переходит фармиться в лес, и Профетка отпушивает бот. Сейчас могу найти РНТ. Нет. РНТ. Это у нас в лесу сидит, фармит. Здесь просто команда НГЗ сейчас терпит из-за этого виномансера. Ну что, они тупо стоят, и эти вот варды, они тупо все делают. Они пушат ТВРа. Они отпушивают крипов. Они фармятся в лесу. Просто многофункциональный виномансер. И да, есть, на даге прожимает реген сейчас. Магнус сейчас может быть влет, но найдет ли его? Найдет, да. Понимаешь, что здесь сейчас. Ай-яй, Эрроу, нет, не попадает сам последний момент. Здесь на боте экзорцизм. Реверс полярить, и Магнуса... Должен Магнус добивать! И лол одновременно. Убивает друг друга. Нет, сюда прилетел на самом деле РНТ и добил. Но там было одновременно. Киллы. Сбивает ульту Абадону. И Абадон теперь 150 хп. Господи, как же он... Нет, нельзя сюда лезть. Кристалл новый есть, фростбайтер здесь. Рубик может погибать. Посветочка, Новый год от ЦМ-ки. ЦМ-ка, Новый год, надо убивать ее срочно. Ультует Виномазер. Господи, стиками отбивает ЦМ-ка. Это минус ЦМ-ка. Таймлапс от Вивера. Вивер убивает здесь Баунти Хантера. Приходит сюда РНТ. Эрроу мимо. Септембр страдает, прожимает барабан. За ним погоня. Здесь Вивер на шикучах. И прожимает инвиз. Но тычка. Да, минус. И это Team Vibe. Минус тавер на топе. Вот так вот все изменилось у нас, друзья мои. Radiant's top tower is under attack. И теперь, собственно, остался мид и топ по одному тауру здесь. Потом только остается хайграунд. Но я думаю, возможно, это сейчас, да, поход на Рошана, потому что втыкается защитный сентри. И ждут, пока виномансер здесь, видимо, своих вардов наставит. Бавер на вивере и принимается они, собственно, за забор этого Рошана. Вардов здесь нету. Заметьте, они никак не могут. И здесь полетит Профетка. Но он не успеет, она. Здесь Магнус с инвизом толкает у нас кивере. Будет экзорцизм. Не, не успел даже кастовать экзорцизм. Эрроу прилетает Магнуса. Магнуса есть РП, может он что-то здесь сделать. Он стоит в стане. Здесь крутые просто на Кристал Мейден. Остается мало хп, минус Кристал Мейден. Здесь еще пытается что-то сделать Баунти Хантер. По щитком на нем висит Просветка. У Абадона здесь прожимается ульта, это минус Баунти Хантер, остается Абадон и Миран. Миран погибает от Вивера также, и сейчас погибнет этот Абадон. Не успевает он скастовать на себя просто щиток. Трипл килл от классенки. Ну и
что, и теперь пуш должен быть. Да, по-моему, Блудстон. Странно, почему-то профект так быстро появилась. В принципе, забрали первый, имеет он 12 уровень, но все равно какое-то время у него респаун слишком большое. По Нетфорсу все Dark Passage лидируют, кроме Рубика. Ну тут у нас Дейволкер просто бегал. Ой-ой, Эро прилетает здесь. Вивера, трек на него вешается, крит проходит, снимает АЕ, с него кидает сюда спрей в защиту. Барды. Надо что-то делать, спасать, ультует Виномастер, сразу просто банит. О, Магнус РП, отлично, на четверых, скиммеры отвозят экзорцизм от профетки. Господи, вот это было РП от Магнуса. Пытается здесь как-то зажать эту профетку, Шоквейв по ней прям уходит, у него стоит 24-15 минус профетка. И опять минус 4, господи, что сейчас просто творил Некромен? Господи, один виномастер своими вардами спушивает этот тавер. Скажи, профеть. Ну, 8.21. Тавер распушенный. Графики за 16 тысяч. Здесь по XP, по голде тоже туда же ушли. Ну, в общем, все печально. Точнее, вернее, за 20 тысяч уже почти. И Магнуса форстав. Интересно. Ничего, он был куплен. Так, вот это вот сейчас вот пострадал сильный виномастер. На старший шторм напоролся и пытается как-то забрать тауэр, но койл здесь в Рубика. Рубик, кстати, состилил щиток, фростбайт на него же, трек туда же. Кристал Мейден Новый год, моментально отвечает Кристал Мейден, здесь бегает Вивер под сайленсом. Но рассыпается... Должен кто-то еще раз. Под трека не было, лол! Как же не было трека здесь? Могут сейчас натыкать? Нет, была бы просветочка. Под хостой бегает здесь Магнус, а RP 3 через 30 секунд. И я думаю, не стоит испытывать здесь. Дачу. Господи, профетка машет первым спеллом. Что это такое? Эру попадает в дальника. И убивает его. Макс 800 монет на руках. Почему мне интересно форстав? А не какой-нибудь БКБ, но... Здесь просто на самом деле можно было бы... Профетка из закон для этого Магнуса, кидая на него постоянно сайленс, но он делает настолько это все быстро, что закон его здесь невозможно. Линка появляется у Вира, а Магнус стоит инвиз в руне. И есть реверс полярити. Есть РНТ, который здесь рядом. Подтягивается сюда еще и Вивер вместе с Рубиком. И надо что-то делать. Господи, на РНТ здесь высадка просто. Нет, ну. Он не стал здесь ничего делать. Сейчас, может быть, реверс полярити на двоих, шоквейв, скивер. Относит фростбайт, на него кидают. Это минус моментально Мирана. Кидается трек, минус Баунти Хантер, выкупается РНТ, сейчас будет прилетать, прилетает сюда по тауэр. Спруты и минус ЦМ-ка, не успевает делать ТП, остается один здесь Абадон под ультой, но телекинез, и сейчас его просто здесь и забьют до смерти в этом лесу. РНТ выкупился и сделал даблкил. И пушит, собственно, тауэр на топе. Надо быстрее все это делать. Пока, хотя, в принципе, игроки уже появились, но как такового активного сопротивления Dark Passage здесь не встречают. Стрела в никуда, стили стрелу Рубик. Пускает в ответ, прилетает она в Crystal Maiden. Трек висит теперь на Рубик, Старшторм у него же. Это же ватный Рубик, и БХ уходит в инвиз. Ставится защитный сентри, видит здесь, что он... Ну, сейчас буду стоять на ХГ, терять время, терять экспу, терять голду. Делить между всеми. Не дело, конечно, но... А что же делать-то еще остается? Где-то за пределами ХГ их убивают, и они настойчиво идут. И могут сесть ДД... Есть, фу... есть. Сейчас уже есть. Реверс полярити. И могут они, наверное, сейчас улететь. Могли бы. Гем появляется виномантера. Стрела мимо, к сожалению. Для Абадона, к счастью. Аха! Яй-яй-яй-яй! Не успел зацепить здесь Абадона.
защитные центры ставятся. Здесь сейчас просто на самом деле будет твориться что-то. Гриф прожимает не вовремя, то есть, видимо, как-то хотели по-особенному задефать этот мид, но глифа теперь нет, теперь просто стоят эти варды, долбят бараки, причем долбят они прилично их. Ай-яй-яй, стрела-то попадает в Bounty Hunter, но за ним никто не хочет идти туда. В ответку стрела, попадает она в вивера теперь. Эти варды просто адские, они столько дэмэджа носят. Так, сайленс на троих, мека. Под ультой Мираны, Мирану видят. О, ничего не делает, ставит сентри в ответку. Разбивается. Спрей на Crystal Maiden. Сентри сбивается. Есть уже гем. Режь спаляюсь на троих. Отлично. От Магнуса, Шоквейв, ульта от Виномастера, Скивер, еще. Минус Bounty Hunter, моментально Crystal Maiden, новый год. Bounty Hunter выкупается. Господи, остановите эту Crystal Maiden, что она делает? Минус 2 у команды Request, отвечает здесь Виномастер с Рубиком. Магнус под ДД и под Пауэр ничего не могут сделать с Вивером. Вместе Вивер под треком висит. Здесь есть Bounty Hunter. Должны от него стреливаться. Выкупается здесь Виномастер, есть РНТ. РНТ сплитпушит бота, время, когда здесь погоня на миде. Убивает ультой здесь Crystal Maiden, должен забирать здесь. Надо было забирать гем здесь. Но, господи, как все поворачивается, теперь у Вивера. Вивер-то забирает Абадона. Здесь под Хексом еще и профетка была. Магнус сюда на даггере пришел добить ее. Мне кажется, это GG. Что слишком здесь все печально. Минус мид и минус бот. Хотя БХ пытается что-то сделать. Господи, он... Он чуть ли не выжил, этот профет. Просветку пустую пускают и... Делает тэп-аут. Магнус пытается забрать Виномастер, Виномансер с момом, я понимаю, к чему эта игра. Раз Виномансер с момом. Вот сейчас будет моментально падать этот барак на боте. Не хотят писать GG, стрела прилетает здесь в Вивера, но какого-то, по-моему, сопротивления здесь активного никак-то не встретят. Потому что здесь эти варды Виномансера, они просто творят нечто. Они просто всю базу здесь запушат. Остается топ. Но я думаю... Да, я думаю, это GG. И следующая игра у нас против команды TNS. Да, Z-топ нон-стоп.